В Германии 3000 машинистов объявили 66-часовую забастовку. По всей стране парализовано железнодорожное сообщение. А в некоторых регионах на востоке страны оно обеспечено лишь на 10-15%. Причина стачки – разногласия между руководством основного оператора Deutsche Bahn и профсоюзом немецких машинистов, который требует повышения заработной платы и сокращения рабочей недели. Отметим, что, по словам представителей Deutsche Bahn, один день забастовки обходится концерну более чем в 10 миллионов евро.